Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой вот квадрат. В первых видеокадрах вы видели плафон. В нем участвует вот этот вот квадрат. То есть начальный, он у нас сегментами, этот флакон. И в начале идет такой квадрат, а затем завершается он филейным вязанием. Мне сам по себе квадрат очень понравился, и я решила его связать. Более того, по мере того, как мы с вами вяжем квадрат, у нас получается, посмотрите, какая красивая салфетка. Да, то ли такая салфетка, то ли такая. Это один из вариантов. Ниточка достаточно плотная, я не скажу по толщине, потому что купила вот так вот моток и... никаких опознавательных знаков, да. Но если ниточка будет тонкая, этот мотив даже можно применить в каких-то других изделиях. Это может быть и скатерть, это может быть и даже кофта, и платье. Все зависит от того, какую вы подберете нитку. Итак, кому понравилась идея, присоединяйтесь, мы сейчас с вами поработаем. Начинаем мы с вами вязать с первой воздушной петельки и еще 4 петли. 1, 2, 3, 4. Замыкаем кольцо. Хвостик вдоль. Я схему немножко переделала. Там показаны столбики с двумя накидами. Я сделала столбик с одним накидом. Теперь 3 воздушных петли и 2 петли. Расстояние между столбиками. Накид, колечко. Вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушных, накид, столбик. Таких столбиков у нас должно быть 8. 8 воздушных мы с вами связали. 8 столбиков с одним накидом связали. 2 воздушных. И заходим в третью петельку подъема, вяжем соединительную петельку. Также соединительной петелькой заходим под арку. И с этой точки вяжем 4 воздушных петли, которые будут соответствовать столбику с двумя накидами. 2 накида. Заходим под арку и вяжем еще 4 столбика. В итоге у нас должно получиться под каждой аркой по 5 столбиков с двумя накидами. Это у меня 4-й и 5-й столбик. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков есть. 3 воздушных. 1, 2, 3. 2 накида. Переходим в следующую арку. И тоже вяжем 5 столбиков. И так по кругу. Обошли мы с вами все по кругу. Получили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сегментов по 5 столбиков. Последние 3 воздушных. И мы заходим в 4-ю петельку подъема, вяжем соединительную петлю. Теперь 1, 2, 3, 4, 2 накида. Захожу во второй столбик и вяжу недовязанный столбик с двумя накидами. Первый, или это уже будет второй, учитывая петли подъема, это третий, четвертый. И 5-й. Соединили, закрепили, получили вот такой лепесток. 3 воздушных, 1, 2, 3, 2 накида. Заходим под арку или в петельку, или под арку. Столбик с двумя накидами. 3 воздушных, 2 накида. И мы следующие 5 столбиков соединяем в один пучок и так чередуем по кругу. Итак, обошли мы с вами по кругу, получили такой цветок, да? Последние 3 воздушных петельки, последние 3, заходим в вершинку столбика и вяжем соединительную петлю. Круг у нас с вами завершен. Теперь я соединительной петлей перехожу под арку. Вяжу 4 воздушных петли. Это будет столбик.
3 воздушных. Это у нас расстояние между столбиками. 2 накида. Захожу под эту же арку, вяжу столбик с 2 накидами. 3 воздушных петли. 2 накида. Следующую арку, столбик, 3 воздушных, 2 накида, следующий столбик, 3 воздушных, 2 накида, следующую арку. И так мы с вами в каждую арку вяжем по 2 столбика, движемся по кругу. Обошли мы с вами по кругу, связали вот такие вот столбики. Последние 3 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. В четвертую петельку зашли, связали соединительную. Ряд завершен. Теперь я с этой точки вяжу 2 воздушных петли, которые будут соответствовать столбику. Захожу под арку, вяжу 1 столбик, 2-й. 3-й и столбик мы с вами вяжем в сам столбик. Переходим в следующую арку. Столбик 1, столбик 2, столбик 3 и в арку 4. Так мы с вами движемся по кругу, провязываем весь ряд. Обошли мы с вами по кругу. У нас получается здесь 128 столбиков без накида. Вот наши первые 3 воздушных, 2 воздушных я соединилась. Следующий ряд у нас будет точно такой же. 2 воздушных подъема. Мы заходим в каждый столбик нижнего ряда и будем вязать столбики без накида. Этот ряд тоже 128 столбиков. Обошли мы с вами второй ряд. И вот у нас здесь были петли подъема, 2, я захожу, связала соединительный столбик, 2 ряда. И мы еще с вами свяжем 3-й ряд. Опять-таки вяжу 2 петельки подъема, захожу в первый столбик и провязываем 3-й ряд, 128 столбиков без накида по кругу. Так, я обошла 3 ряда, 3-й вернее, вот у меня последний столбик. И мы заходим с вами в петли подъема и вяжем соединительный столбик. У нас он немножко фалдит, но после обработки это у нас все присядет. Вот это уже тоже будет, может быть, маленькая салфетка. Да? С этой точки мы с вами начинаем вязать дальше. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. 2 накида, я захожу в следующий столбик. И вяжем 2-й столбик с 2 накидами, 3-й и 4-й. Вот мы с вами связали 4 столбика с 2 накидами. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. На кругу мы пропускаем 1, 2. Третью петельку зашла, связала столбик без накида. Первый, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8-й столбик. 8 столбиков без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Пропускаем первый, второй, заходим в третью петельку. Вяжем первый столбик. Во вторую петлю второй. В третью третий. И четвертый столбик с 2 накидами. Мы связали с вами точно такой же набор. Теперь у нас идет чередование 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5.
пропустили 2 столбика внизу, зашли в третий и вяжем 8 столбиков. 8 столбиков. Итак, мы чередуем с вами 8 столбиков без накида и 4 столбика с двумя накидами. Итак, смотрите, мы с вами обошли по кругу. У нас получается 8 вот таких столбиков и 8 столбиков без накида, 8 столбиков с двумя накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И точно так же 8 вот таких столбиков без накида. Теперь мы с вами связали последний 8 столбик. 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. Здесь у нас вот осталось 2 столбика. Мы заходим в петельку подъема 4 и соединили. В итоге закрыли этот ряд. 1, 2, 3. Накид. И в этот же столбик, в первый, мы связали еще с вами еще один столбик. Накид. Во второй столбик вяжем третий столбик с одним накидом. 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид. В третий столбик один столбик с одним накидом. И в четвертый вершину вяжем 2 столбика. 1 и в этот же вершину четвертого второй. Вот так будут выглядеть наши все дальнейшие столбики в этом ряду. Теперь столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Я пропускаю один столбик, захожу во второй и вяжу 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, вот пятый и шестой. То есть мы с вами не довязали один в начале и в конце этого набора. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в первый столбик. 2 столбика с одним накидом. Во второй 1, 3 воздушных. И сюда 1 столбик и в последние 2. То есть точно так же, как мы провязали вот этот набор. Так по кругу. Обошли мы с вами все по кругу. Последние 5 воздушных петель мы заходим в вершину или в третью петлю подъема и завершаем этот ряд. 3 воздушных, затем вяжем второй столбик с одним накидом и вяжем третий столбик с одним накидом. 3 воздушных, 1, 2, 3, накид. Захожу под арку, столбик, 3 воздушных, накид, столбик. 3 воздушных, накид. Вяжем все 3 столбика с одним накидом подряд. Первый, второй и третий. Дальше у нас идет пирамидка. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы с вами пропускаем один столбик, заходим во второй, первый, второй, третий и вот четвертый столбик. В начале и в конце мы с вами не довязываем 2 столбика. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, заходим в первый столбик. И далее мы с вами все повторяем. То есть вот каждый из этих наборов будет вязаться вот таким образом. А там, где была пирамидка, то будет 6 столбиков. Продолжаем. Обошли мы с вами очередной ряд. Последние 6 петель. Заходим в третью петельку подъема и завершаем. Вот так. Далее
3 воздушных и подряд еще 2 столбика. То есть здесь у нас идет неизменно второй и третий столбик. 3 воздушных, накид, мы идем под арочку, столбик без накида. 3 воздушных, накид. Заходим вот в эту арочку между двумя столбиками и вяжем точно такой же набор. Столбик, 3 воздушных, накид, и в эту же арку второй столбик. 3 воздушных, накид, под арку столбик. 3 воздушных, накид, подряд 3 столбика. Первый, второй и третий. Вот так выглядит наш этот сегмент, каждый из которых будет выглядеть. И теперь мы идем на пирамидку. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь у нас с вами 4. Теперь будет 2 столбика. Первый и последний мы не провязываем. 2 столбика, 6 воздушных, и переходим на этот сегмент, вывязываем его точно так же. Прошли мы с вами очередной ряд, и теперь последние 6 петель в третью петельку и завершаем. Далее 3 воздушных и 2 столбика. Это у нас идет неизменно. Ну и далее в каждую арку вяжем по столбику через 3 воздушных петли. Столбик, 3 воздушных, накид, столбик. Здесь у нас с вами в эту арочку 2 столбика. 1, 2, 3, накид, первый. 3 воздушных и в эту же арочку второй. 1, 2, 3, следующую арку столбик. 1, 2, 3, следующую арку столбик. Ну и понятно, через 3 воздушных накид, подряд 3 столбика. Первый, второй и третий. Далее идет пирамидка. Было 2, теперь у нас появится 1 всего лишь столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Между двумя столбиками зашли, связали 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. И переходим на этот сегмент, который вяжем точно так же. Повторяем по кругу. Обошла я вот наш очередной ряд, там, где у нас уже заканчивается пирамидка. Последние 5 петель. В третью петельку пойдем, и я связала первые 3 столбика, которые мы всегда с вами провязываем. Теперь опять-таки нам нужно связать в каждую арку по столбику. 2 воздушных, накид, столбик. 2 воздушных, накид, столбик. Следующие 2 воздушных, столбик. Мы дошли с вами до, вот как видите, центральная направляющая. 2 воздушных, накид, под нее 1 столбик. 2 воздушных, под эту арку 2 столбик. Вот так вот. И опускаемся вниз в каждую арку по столбику. Вот так вот выглядит наш сегмент. Завершили мы тоже 3 столбиками. Далее смотрите, вот наша закрытая пирамидка. И опять идет следующий веер. Мы с вами сделали 1 воздушную петельку, накид, и переходим на следующий сегмент и выполняем все то же самое, как только что
с вами связали вот этот часть сегмента. Видите, они все похожи. Мы постепенно вывязываем их по кругу. Итак, смотрите, что у нас уже получилось. Получилось очень красивый круглый мотив. Это может быть салфетка, в зависимости от толщины ниточки. И вот теперь мы с вами связали последние 4 столбика, соединяемся с третьей петелькой подъема. Вот теперь уже у нас завершился ряд. Теперь смотрите, я сделаю петлю подъема и свяжу столбик без накида в первый столбик и во второй столбик. Теперь вот в арочку столбик без накида. 1, 2, 3. Опустились в эту арку, вяжу столбик и сам столбик, столбик. Затем под арочку столбик без накида, 3 воздушных петельки. Опускаемся опять под арку, столбик и в сам столбик, столбик. Видите, мы таким образом с вами провязываем ряд. Это может быть и обвязка для салфетки, или же следующий ряд для разбивки квадрата. 3 воздушных, опустились под арку и в сам столбик. Обошли мы, смотрите, все арочки, дошли до столбиков. И в каждый столбик, вершину столбика с одним накидом, вяжем столбик без накида. Провязали, переходим на следующий сегмент и повторяем все точно так же. У нас получается более красивый край. Итак, мы с вами получили круглую салфетку. Красиво она смотрится у нас. Давайте поговорим, как можно сделать квадрат. Вот мы с вами соединили с соединительной петелькой. И теперь соединительной петлей нам нужно оказаться вот в этой точке. Поэтому мы переходим соединительными опять-таки петельками. Вот мы перешли в вершину этого пико. Теперь 1, 2, 3. Это у нас как бы будет столбик, да? И 1, 2, 3, 4, 5. Расстояние между столбиками. Мы пропускаем одно пико, заходим в следующее, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем одно, зашли в следующее, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропустили, столбик без накида. Теперь вот мы должны сделать столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пропускаем пико, заходим в столбик и вяжем столбик с одним накидом. Вот мы как бы с вами соединили одну часть. Теперь у нас должен быть уголок. 1, 2, 3, 4, 5. Мы с вами заходим в первую арочку. Я делаю накид. И вот в первое пико столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Одно пико пропустили, зашли в следующее, столбик с одним накидом. Далее у нас с вами вот угловое пико, да? 1, 2, 3, 4, 5. Мы все равно делаем вот в следующее пико столбик. И 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И вот, видите, вот эта дорожка центральная, как бы наша, мы в нее вяжем столбик с двумя накидами. Получаем уголок. Теперь
1, 2, 3, 4, 5, накид, столбик. И повторяем 1, 2, 3, 4, 5, столбик. А теперь пропускаем 1. Одну пику 1, 2, 3, 4, 5, накид, пропустили столбик. Вот смотрим. Видите, вот у нас получился уголок. Сторона – это угол. Вот здесь мы с вами вяжем точно так же, как и эту сторону. Один, два, три, четыре, пять, накид. Сюда мы вяжем еще с вами столбик с одним накидом. А далее 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, пропустили в центральный столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, пропустили столбик без накида. И сюда столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, накид. Последний столбик с одним накидом. Вот видите, просматривается сторона. Далее мы с вами вяжем угол. И так повторяем по кругу. Обошла я все по кругу. Последняя арочка из 5 петель. И здесь мы с вами в третью петельку подъема закрываем этот ряд. Ну и последний ряд, который можно связать, хотя, конечно, мы можем дальше с вами придумывать. Будем вязать столбики с одним накидом. Можно столбики без накида. Я вязала с одним. У нас здесь 5, значит, мы сюда вяжем 5 столбиков с одним накидом. Да, вот один. Это сам столбик. 1, 2, 3, 4. Вот 5-й столбик. И сам столбик, столбик. И так проходим до края. А в угловом столбике мы вяжем с вами 3 столбика. В итоге мы с вами получаем вот такую круглую квадратную салфетку, когда вяжем столбиками без накида. А это у нас с вами круглая. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!